В субботу вечером в трехэтажном доме на Большой Морской, 8, произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже, передает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю. Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 20 часов 19 минут. На место выехали 4 отделения пожарно-спасательных частей с автолестницами, служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. К месту пожара были направлены 2 автолестницы, которые обеспечили подъем личного состава на 3-й этаж на кровлю здания. Производился разбор чердачного помещения и подача 4 ручных стволов на тушение пожара. Из квартир на верхнем этаже жильцам помогли вынести в безопасное место материальные ценности. Из-за угрозы распространения огня в 21 час пожару присвоили повышенный ранг. К тушению огня привлекли дополнительные силы. Всего к работам привлекли 49 человек и 18 единиц техники. Работали в средствах защиты органов дыхания и зрения с установкой пожарных автомобилей на противопожарное водоснабжение. Погибших, пострадавших нет. Во время пожара эвакуировано 23 человека, 8 из них детей. Правительством города Севастополя обеспечено 2 автобуса для того, чтобы эвакуированные могли переждать пока время тушения пожара. Нуждающихся в расселении пока нету. На чердаке дома после перепланировки находилась домашняя сауна. Предположительно, возгорание началось именно там, сообщил на своей странице ВКонтакте временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Причину пожара выясняют дознаватели. Полностью потушить огонь спасателям удалось лишь спустя 5 часов в 1:13. Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Пожарные проливали перекрытия, поэтому залиты все квартиры до первого этажа, уточнил Михаил Развожаев. Нанесенный ущерб оценят специалисты управляющей компании «Центр». Далее цитата. «Дал поручение Департаменту городского хозяйства проконтролировать управляющую компанию, чтобы проверили проводку. Убрали во дворе, разобрались, что делать со сгоревшей кровлей. Разумеется, и на Большой Морской тоже после работы пожарных надо все привести в порядок. Хотя они отработали очень аккуратно и профессионально», отметил Михаил Развожаев.